Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Ребята, сегодня рассмотрим, как включить функцию AirDrop на iPhone. Бывает такая ситуация, что вам нужно срочно передать данные, какую-то информацию с одного устройства на другое, и вы хотите воспользоваться функцией AirDrop, а ее здесь просто-напросто нет. Вы заходите в пункт управления, нажимаете на карточки настроек сети и пробуете включить AirDrop, но эта кнопочка не активна, она не включается. Еще можете попробовать зайти в настройки, основные, и здесь обычно есть AirDrop, но его здесь просто-напросто нет. Что же делать в такой ситуации? Ребята, если вас интересует этот вопрос, обязательно подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового, зацените видео лайком и погнали! Итак, что же делать в такой ситуации? Здесь все очень просто. Заходим в настройки на вашем iPhone. Дальше ищем раздел «Экранное время». Здесь выбираем «Контент и конфиденциальность». Выбираем дальше пункт «Разрешенные приложения». И напротив функции AirDrop переводим переключатель в «Активное положение». Теперь пробуем зайти в пункт управления. Нажимаем карточки настроек сети. И как видите, AirDrop сейчас активный, мы можем его выключить, можем его включить. Теперь давайте посмотрим, появился ли он у нас в основные. Вот здесь также есть AirDrop, как видите, все нормально, AirDrop появился. Теперь вы можете делиться любой информацией, которая есть на вашем iPhone, с другими пользователями техники Apple, которые есть поблизости. Вот появилась функция AirDrop, все очень легко и просто. Ребята, таким образом сегодня мы разобрались, как включить функцию AirDrop на iPhone. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно зацените видео лайком, нажмите на колокольчик. Есть вопросы, пишите в комментариях. Всем желаю удачи и пока-пока!